два куплета и два припева. Короче, суть в чем, нам нужно, чтобы Ганамаки, если она не у нас есть, даже, говорю, этот танчик у нас появился или у них. Да, чтобы он поддержку оказывал, да, Вим? Ну, надеюсь, у нас нормальный танк будет. По 90, да. Да. Не, я имею в виду, он не порезан снарядами. Абрашка. А2 Таск. Увешанные пулеметы. Которые лазерами стреляют. Хотя у нас, конечно, верх белый будет. Нам ползком, когда мы ползем, все прекрасно. Сливаемся со снегом. А, тут снег? Да. В этом весь и прикол. А они в этих ватниках. Бежу. Все, вот маршрут стартуем. Бан. А я кикаю, где Хоман, надо забанить Пашу. Кого, кстати, рацию? Чего у него так бомбит, поясните мне. Написать кабане? Да, стол. Просто стол убиваем. Чтобы рация была. А у меня проблемы с метками, я ничего не вижу даже. Да не важно, 100 по рации убиваешь. Ну, если от ним не будет, значит рации нет. На такого командира. Оборона готова. Все, поехали. Алаго. О! Танчик. Это ж танчик? Да, танчик. А чё за нас приедет? Дай я сфоткаю, посмотри на меня. Ребят, стойте, посмотрите на меня, пожалуйста. Не хочу. Ну я хочу вас сфоткать. Ладно. Дам, давай. Стой, брат, стой, подойди ко мне, камхея. Вот, стой, отлично, все, стой. Фоткай, короче, Ян, давай. Да. Я звезда. Стоп, наушники, короче. Среди нас я примерно такие же наушники. Кто? Почему? Ты не кидаешь Диву, ты отдаешь честь. А почему? Украинцы. Вагнер, негр. Что делает? Вора. А теперь ты что делаешь-то, блядь? Он загорел. Он не негр, он загорел. Порошок, что ли? Открыть порошок. Да, я спросил на брата. Что делаешь? Вон танк. Дайте автомат мне кто-нибудь. Снимите автомат с него. С негров автомат. Надо смотреть, кто в отряде у него. Ян, снимите его пулемет. Нет, тут. Сейчас, давай, короче, 200-й канал. Давай. А ботов можно убивать? Да. Но с технику не сядешь. Ян. Просто без сознанку владею, по колено стреляй. Лорен, можешь мне автомат снять? Как он там барабанил? Ебать, бисер, какой вы красивый, иди сюда. Чего? Да, я сфоткаю. Мне мужчины такого не говорят. Бис. Ау. Эчисто, да. Прям кадр. Чё, жопа. Чего? Свет выключил. Та какая? А я в танке с вором. Двухсота. Я в другого отделения. Ну что ты торопишься? Да скажи все равно. Есть. Я думаю, надо будет на танках свет включать, иначе в темноте погреть. Ребят, прошу кого-то. Парашют надо кому-то? Крылья, поехали. Поем, Алин. Давай, Ворон. Орджо. Вот здесь, вот туда. Я как разведчик забираю джейк. 120. Стой!
из танка. Все, танчик ушел. Ворон, что, не едешь?
извращение. Сделай что-нибудь с это, с Хьюманом или кто там Бисмуту баф дал. А что там? Ну, короче, это, Бисмут у меня на танк, получается, водилой был, его в ТС-ке забанили, и он мне в Steam писал, как бы, ну, мы пытались не сконцентрироваться. Вверх извращение, короче. Какой-то вечер без оружия горит. В итоге нас просто подошли и взорвали, мы не допонимали друг друга. Запоздалый команды будет. Его вроде на 6 минут банили, его повторно что ли банили? Ну да, фиг его знает, насколько его банили, но в итоге мы остались без связи. Понятно. Нужно было, короче, в это позвонить, не додумались. 6 минут банили. Кстати, кто-то там мне в аномалии сказал, что я плохо играю. Так вот, если он тут есть, то он... Пусть лучше сыграю, да? Я ужасно, но я превосходно играю. Ты хочешь, что я на рэп-баттл? На гармоника-баттл. Блин, я, короче, такой выхожу. А там пулеметчик этот, красный. Мы такой смотрим на друг друга 2 секунды, и потом меня стреляли. А зачем ты вышел? Что-то, по-моему, у обороны слишком много ППШ, мне кажется. Кажется. Может, это какие-то ДРГшники советские, у них еще ППШ. Не, по идее, ПДС должны быть. Ой, ППС, это ПДС. Ну, сюда я вот. Да. Разведчиков, ДРГшников. Фаер, давай, тащи. Ну все, да. Украинцы. Вот этот, Мэддог не убил. Все его забанят? Где все эти бисмуты? Для следующей беседы. Ау. Я не знаю, что выберете? Давай это, жалуйся. Да сейчас я напишу на него. Не, давай про Донбасс что-нибудь. Что, дичь какая-то. На что вы жаловался? На Хьюмана. Да. Прочитал правила пользования сервером TeamSpeak. Но... Там про аватарку ничего. Ну 25, в принципе, можно собирать туда. Ну я уже пойду. Для меня это последнее. Потому что Маздонин будет еще кто. Фига себе. Нет, ну... Здесь, наверное, намек в атаке про то, что... Не, Махно не то, что намек по аватарке. Она, ну, вот сама причина, по которой он банят, ее нету вообще в правилах, поэтому это... У меня это оскорбляет. Ой, иди нафиг. Оскорбление чувств верующих? Да. Во что? Вы знаете, что делает кочегар? Он ходит и отстреливает раненых немцев. Подурочек. Ужас какой-то. Да, на него, блин... Забанил его, забанил. Это не гуманно. Причем можно. Не важно. Там так уверенно бегают трава. Ну все, обновляли, потому что... Обидно, танчик сгорел. Что-то зашел я на форум, ну, на отстрелском форуме, тему TeamSpeak. Там последнее сообщение было год назад остальное, страшно. Танк сейчас найдем. Кто на форум вообще заходит?
Так, почему-то уже взорвался еще. У нас что, форум отстрелился? Да. Где-то друг. Сам или кто помог? Да помогли. А, вон стоит, горит. Ярче все. Да-да-да, нашел. О, минус кочегар гранаты. Кто мне гранату кинул? Свой, что ли? Нет. Пур, по-моему. Может, Кочегар, а ты ходил, отстреливал раненых это, специально так? Нет, я вообще не хотел. Не хотел стрелять, их заставлял кто-то? Лейтенант сдох уже, а Сдоник тоже там целил. Макдог здесь хорош. Свои. Макдог. Свои гранатами хуярит. До последнего немца нужно, что ли, играть? Да нет. И может до одного? Или до двух. Сейчас одного убьют, кого-нибудь будет понят. Так уже один бут говорил по намаде, что играть не будет. На риф. Факт это факт. Там Эриксара добил, а В добил. Как ни хрена делает. Варену, блин, повернуться чуть-чуть, и вот все будет, всех накрывать. О. Сейчас будет. Что что-то делаете? А, я подобрал. У него позиция вообще просто всех пробил. У Рен? Или у кого? Да. Только к нему сейчас Аздоник подходит. А чё Аздоник? Аздоник не панацея. Лорен в прошлый раз тоже там же лежал. А у него место нагретое. Да. Слышу, Бисмут что-то чихает или кашляет. Кажется. Да он мог видеть, кстати, разданную этому Пашку. Чего вы так, Паша, слились-то быстро? Я только зашел там в спину. А что ты? Николай. Хрена себе! Гранаты друг другу. Давай. Сдоник, по-моему, под себя, блин. Да. Еще раз под себя. Не, нормально. Я взорвал его, нет? Нет. Там раненый лежит, в принципе. Перевязывает себе артерию. Подожди, а с кем я вообще бился? С Лорен. Своим, что ли? Нет, сейчас. Да, своим. А... Подожди, блин, к сожалению, не сработало это скрипты на снег и дыхание. А Сдоник, а чё так ночью темно? А в чем прикол, типа, красные-то все из зоны вышли, синие только не остались. Не рубить ничего. Не, понимаешь, Паш, я хотел просто еще, чтобы был снег, тогда нормально, там было бы светло из-за того, что, короче, огонек, который вон там, видишь, это стоит у меня там непрекращающийся. От этого. Это вам видно, а нам-то ни хрена вообще не видно. Так сигнальные ракеты, вам аж 4 сигнальных пистолета с ракетами. Мы пользовались, я их очень быстро сожрал. Я их очень быстро взял. Там у вас всех откуда? Есть... Ганмаги все сгорели. Так что вы ганмаги-то все сгорели? Ганмаги, да, побросали. Слезли, да. Так есть рация между отделениями и командиром? Отделения нет. Смотри, как мы быстро слили практически. Не знаю, мне прям дико понравилось. Это окопе вообще такое прям было это ух. А немцы как-то, блин, это даже не прикрыли свой танк, его взорвали, как планировали. У нас за это водители забанили в тимспике немного. Да Хьюман, блин, правда, надо разбираться, а он просто банит на время. Давайте уже заявку, кстати, решать, банить или нет. Да просто админку скиньте, и все. Ну или админку забирать, правда, что это такое за произвол? Сколько нужно убить? Дайте мне админку, у меня, короче, самый гуманный суд в мире. Пойди, если кого-то еще убьют, то все. Красно.
А. Из тех, из тех. И из тех, да, тоже. Вообще где-то в сторону. Ну, не склоняюсь с тем, что в итоге к концу обычно все уже дохнут. Лорд, чё это такое? Блин, чё за срань? Круто гранаты кинул. И портнул сам себя, почти убил. Так я не понял, вроде вот эта граната взорвалась. Нет. А, он не умер. А, причём Лорен, получается, кидал в Пуркла, да? По задумке-то. Там, да, сзади я вижу тень, тут ни хрена не понятно. Сзади прайс вода подходит. Давай, прайс вода. Так, прайс, чтобы синих вообще не было. Получается, или глюч. Прайс вода. Ну, все, перфект. Ну, все, отлично. Возможно, что-то сломалось. Да. Азданик сломался. Все, рубит. Рубит это так. Ну и скрипты некоторые не сработали, непонятно что-то. Все, например. И что-то в 3 часа дня у нас ночь. Ну потому что декабрь. Да, тоже не сработал. Декабрь. Я Азданик громко.